Особенности метаболизма бурой жировой ткани, бурой, да, бурой, много кислорода, активно окисляет глюкозу в жирные кислоты, но низкий энергетический обмен. Бурой жировой ткани, вся образующаяся при окислении энергия рассеивается в виде тепла, термогенез, поэтому у малышей бурая жировая ткань – это в основном такая малышовая ткань, потому что у ребенка нарушены процессы термообмена, и именно бурая жировая ткань позволяет малышу поддерживать свою температуру тела. Да, это у нас сейчас с вами и тепло в помещении, и с одеждой все в порядке, но мы с вами зарождались еще тогда, когда не было таких комфортных условий для проживания, в которых мы находимся с вами сейчас. Вот, поэтому благодаря жировой ткани мы имеем то, что мы сейчас эволюционировали, и те блага, которые у нас сейчас есть, это благодаря тому, что жировая ткань помогла сохранить жизни, наши жизни. Да?